Доброго дня, друзья! С вами команда Николая Сомсикова, агентство недвижимости «Титул». Меня зовут Рубен, для друзей просто Рубик Джан. Как всегда, вначале хочу поприветствовать наших дорогих подписчиков, ну и, конечно же, гостей. Устраивайтесь, друзья, поудобнее. Самое вкусное наверняка уже перед вами. Чаек, кофеек, вкусняшки, плюшки, как я говорю. Друзья, продается большой дом, поэтому, как бы, ну, понятно, обзор не займет 5 минут. Так что запаситесь терпением и вкусняшками. Надеюсь, всего этого у вас хватит в достатке. Сегодня мы путешествуем по Ставропольскому краю. Заехали в Новоалександровский район. Станица называется Григоро-Полисская. Дом, который мы сегодня снимаем, находится по улице Буденного, 26А. В описании к этому ролику, друзья, обязательно будет указано, во-первых, стоимость этого дома, его площадь, площадь земельного участка, конечно же, номер телефона собственника. Позвоните, задайте все интересующие вас вопросы, получите необходимые ответы. На тот случай, друзья, если вдруг, ну вот звоните, а собственник не берет трубочку, также внизу в описании будет указан телефон и WhatsApp нашего менеджера. Сможете прозвонить, задать все вопросы, получить ответы. Еще раз обращаю ваше внимание, друзья, если что, звоните менеджеру. Съемка у нас проходит на проезжей части, друзья, так что, когда будут проезжать машинки, ну, не обессудьте, да, будет шумно. Что могу сказать про саму станицу Григоро-Полисскую? Население 9 тысяч человек, то есть это вам не просто хуторок маленький, да, станица просто нафарширована, как говорится, да, инфраструктурой. Есть большая школа, дом культуры, 3 детских сада, точнее сказать, не одна, а 2 школы. Есть лицей, школа-интернат, сельскохозяйственный техникум, училище, поликлиника, друзья, так что подлечиться всегда легко. Многофункциональный центр, аптеки, магазины, банки, даже есть своя железнодорожная станция, вот так вот. До Новоалександровска приблизительно, друзья, вот интернет мне дает информацию 26 километров, видимо, от границы до границы. Я вот с Новоалександровска заправился, выехал, приехал 35 километров. Вот, ну, приблизительно в районе 30 километров. До Армавира 36 километров. То есть Григоро-Полисская – это станица, которая находится на границе Ставропольского края с Краснодарским. Ну, понятно, это Ставропольский край, Новоалександровский район, Григоро-Полисская. До Черного моря 300 километров, до Ставрополя 120 километров. Вот приблизительная информация. Что у нас по дому? Дом в документах заявлено 170 квадратных метров. Вот, 2009 года постройки. Стены построены из шлакоблока. Есть утепление из пенопласта и потом еще полублок. Ну и стены потом, как вы видите на картинке, они у нас поштукатурены, покрашены. Крыша дома металлопрофиль. Сам дом двухэтажный. На первом этаже у нас есть прихожая, коридор большой. С левой стороны будет зал, с правой стороны кухня, столовая. Тоже просторная, хорошая комната. Вот. И есть еще у нас раздельный санузел. То есть небольшая комнатка, где находится унитаз, умывальник и котел. И вторая комната, она уже вот с кухни, если повернуть направо, то там будет уже душевая кабина, ну, тоже такая просторненькая, хорошая комната. Вот, то есть вот по первому этажу рассказал. На втором этаже у нас есть 2 спальни и есть еще небольшая комната, ну, можно, как собственница говорит, я вот для внуков там матрас им постелила, в общем, они там играются, балуются, вот. Ну и, конечно, есть также на втором этаже у нас маленький туалет, под унитаз и умывальник. Вот в целом, как говорится, по комнатам я вам рассказал. Справа у нас, смотрите, тут откатные ворота для гаража. И рядом с гаражом есть еще тоже помещение под склад. Еще раз говорю, вы его можете приспособить для себя. 2 ворот откатных и 2 калитки здесь присутствуют. Центральная вода, газа, электроснабжение, своя канализация здесь присутствует, окна металлопластиковые, фундамент, бетонная лента, дом армирован, то есть все сделано чин по чину. Ну вот я проходил по двору, я никаких трещин по стене не заметил. Вот в целом все, друзья, основные моменты я вам описал.
Единственное, могу еще так сказать быстренько в конце, да, что до ближайшего магазина приблизительно 200 метров. Прямо напротив дома есть хозяйственный магазин, где вы можете купить все необходимое для себя. До школы приблизительно 700 метров вот в эту сторону. Школа реально огромная. Там же есть рынок, там же есть куча, огромная куча магазинов. Вот теперь все. Ну что, давайте смотреть дом. Вот так выглядит дом со стороны улицы. Дорога асфальтирована. В этом направлении, друзья, 700 метров будет школа. Там же будет рынок и много магазинов. Прямо напротив дома есть вот такой вот магазин. Это хозтовары различные, если вы хотите купить. Если же вам нужен продуктовый магазин, то вот буквально его видно. Белый домик, 200 метров. Это продуктовый магазин. Вот. То есть все основное, самое-самое необходимое для жизни у вас здесь присутствует. Смотрите, забор у нас получается сам кирпичное основание и металлопрофиль получается. Здесь у нас откатные ворота, здесь калитка, еще одни откатные ворота и калитка. Почему здесь? Потому что здесь у нас один гараж, это у нас второй гараж. Здесь гараж для грузового автомобиля, здесь для легкового автомобиля. И рядышком вот здесь находится еще одна постройка, она обшита металлопрофилем. Вот, используется под склад, то есть для этого и сделали вот такую калитку. То есть граница вашего забора, как видите, вот столбик. Вот. Это правая граница, ну и заканчивается левая граница. Оптоволокно интернет здесь проходит. Сам дом у нас, друзья, тоже имеет центральную воду, газа, электроснабжение, канализация, две ямы септик. Как я задал вопрос, как часто выкачиваете, она говорит, ну раз в 9 лет, последний раз 9 лет назад. Вот. Здесь есть тоже, видите, заезд для автомобиля, ворота открываются и можно заехать. Тут у нас одно дерево, грецкий орех. Здесь вот такой вот палисадник есть для красоты вашей. Можете посадить цветочки, чтобы дом с улицы смотрелся хорошо. Вот. Ну что, друзья, давайте будем заходить. Как бы основную информацию я вам рассказал. Вот, заходим. Заходим. Давайте, друзья, начну с того, что покажу именно вот гараж и склад. Пока еще работники сюда не зашли. Вот. Откатные ворота, о которых я вам рассказывал. Здесь есть калитка, это от собачки закрывается. Вот. Ролеты для того, чтобы поднять, да, то есть заезд открыть для автомобиля. Можно войти и отсюда, друзья. Вот металлическая дверка. И вот так же можно попасть в гараж. 2,22, по-моему, да, высота на въезд. Сейчас обращу внимание, вот электричество включается. Вот такой вот гараж. 2 метра 22 сантиметра высота на въезд. Полы у нас забетонированы, вот такие металлические ролеты. Вот сделан гараж из шлакоблока. Дом тоже сделан из шлакоблока. Вся разница, знаете, в чем, друзья? Вот смотрите, сам блок положен, да, потом идет в доме идет утепление пенопласт и еще полублок поставлен, и потом уже все это поштукатурено. Потолок у нас обшит пластиком, как видите. И гараж довольно-таки просторный. Но больше 20 квадратных метров, это однозначно. Вот здесь у нас, видите, помещаются спокойно стеллажи для всего самого необходимого. Есть электричество. Вот, есть освещение. Вот гараж я вам показал. Но рядышком с гаражом, вот, у вас есть возможность, сейчас покажу, вот, пройти именно на склад. Калитка открывается, человек заходит, берет самое необходимое, вот, и несет это все в магазин. Так, сейчас я обращу внимание, где здесь. Вот он у нас, электричество здесь, освещение включается. Стены поштукатурены, потолок у нас обшит пластиком. Вот, обращаю внимание. Сама постройка получается вот с этой стороны. Это металлический каркас. Вот, и обшито металлопрофилем все. Небольшие две ступеньки. Ну, площадь огромная, конечно. Площадь огромная. Вот как-то так.
все у нас забетонировано, еще раз обращаю ваше внимание. То есть вот эту площадь можно подстроить там, да под что угодно. Это уже, как говорится, ваши потребности и ваши нужды. Все этим и ограничивается. Захотите заниматься бизнесом, читайте, готовый цех у вас есть. Весь двор у нас выложен плиткой. Вот у нас центральный вход, друзья. Освещение есть. Навес вот такой вот большой из поликарбоната. Вот. Как я вам говорил, это вход в гараж. Дальше вот несколько, 5-6 ступенек у нас. Все выложено плиткой аккуратно. Справа находится щиток. Это у нас тут счетчик находится и автоматика. Вот. Это центральный вход. Красиво перила сделаны. Вот так тут что-то вьется, видимо, красивенько. По фундаменту, друзья, это бетонная лента. Вот, шлакоблок это стены. Ну, как я вам уже все рассказал. Крыша у нас металлопрофиль. Водосток присутствует. Окна металлопластиковые. Тут даже есть вот такой вот островок для хвои. Елочка. Это чтобы собака. Тут собака такая огромная с эту елочку. Вот, ее заперли в том гараже, вот, чтобы она меня не покусала. Ну, чтобы собака не подпортила, как говорится, сделали сетку. Вот такой двор у вас есть. Кстати, здесь, посмотрите, такая беседка сделана интересная. Она виноградом оплетена полностью. Есть также освещение. И посидеть здесь, ну, одно удовольствие, друзья. Даже есть стол. Можно тут кофеечек, чаечек, как говорится, как вы захотите. Весной, летом, осенью красота. Вот. Вот такой у вас двор. Так, у нас есть сплит-система, вот заметил. Это у нас вот как раз вот эта вот детская небольшая комнатка. Чуть-чуть попозже, друзья, все расскажу, покажу. Аккуратный металлический заборчик. Заходим. Сетка сделана от собачки. Собачка большая, конечно. Большое дерево. Орех грецкий. Вот. Это у вас территория под огород. Вот. Оно довольно-таки обширное. Посмотрите. То есть здесь есть что посадить. Места много. Здесь такой турничок подкачиваться, как говорится. Вот. Тут у нас находятся две сливные ямы. Вот первая, вот вторая. Переливная канализация. Еще раз напомню, собственница сказала, последний раз 9 лет назад мы выкачивали. Второй гараж, друзья, я не могу туда пройти, потому что там собаку заперли, больше некуда ее запирать. Вот. Больше 2,5 метров высота на въезд. Все это обшито металлом. Въезд у нас полностью забетонирован. Здесь тоже у нас есть территория под огород, под сад. Кизил, вишня, груша, слива. Вот. Вот здесь у нас песик. Вот как-то. Вот, вот, вот она родимая. Все, вот такой гараж. Хотя бы отсюда я вам показал. Все, не шуми, не шуми. И вот эта территория тоже под сад-огород. Как вы уже распорядитесь, Ирия. Да, будочка. Будка однозначно меньше, чем собака. Как мне они сказали, это маленькая собачка. Я говорю, какая же тогда большая? Говорит, а вы не видели ее маму, какая она огромная. Я говорю, все, понял. Вот. Давайте с этой. Тут у нас сирень. Даже киви у вас вот тут растет. Вот она. Говорит, в этом году даже урожай был. Вот так вот. Второй гараж тоже крыша металлопрофиль. Здесь у нас летний душ. И туалет сейчас обязательно посмотрим. Сам гараж, я так понимаю, что деревянная конструкция и обшита металлопрофилем. Как-то так, друзья. Ну, собака не дает показать все. Деревянный красивый туалет. Здесь у нас все забетонировано, плитка. Вот такой вот туалет. Так что, если вдруг какой-то не терпешь, то можно бежать сюда. Хотя в доме два туалета есть, присутствует. Все. Здесь еще одна была. Походу собака взрослела и делали ей новый буск. Вот. Тоже территория, она полностью выложена плиткой. И летний душ у нас. Вот такой летний душ. Все, друзья, давайте еще раз. Там у нас малина, ежевика.
Еще раз немножко покажу территорию. Вот. Есть второй вход или выход, как правильно сказать. Здесь у нас такая территория красоты. Тоже посидеть с кружечкой кофе. Ай, удовольствие. Смородина. Так, сейчас, как тут у нас все открываем. Секундочку, друзья. Вот. Здесь у нас находится водяной счетчик внизу, кран перекрытия воды. Еще раз говорю, весь двор у нас выложен плиткой. Цоколь армирован, аж где-то вот так вот он показывал высоту собственник. Дальше у нас вот по стенам, обратите внимание, штукатурка. Ну, дождик, короед, люди по-разному называют. Вот. Стены все поштукатурены. Вот. Между окнами так плиткой сделано красиво, чтобы контраст был, да? Мне нравится. Так, заходим на террасу. Тут 4 ступеньки. Часть террасы, ну, либо плиткой доложить все-таки, чтобы вид был как раз хороший. И вот такая терраса у вас есть. Тут, кстати, газовая плита. Баллон подсоединяется газовый. Здесь можно, если что, готовить. Ну, смотрите, какая территория у вас для террасы, да? То есть тут тоже доложить плиткой. Посмотрите, какая территория у вас есть позади дома. Конечно, отдыхать тут будет, с одной стороны, даже немножко закрыто от ветра. Отдыхать здесь будет одно удовольствие. Крыша закрывает, перекрывает полностью даже. Вот он, граница вашего участка, она даже перекрывает его немножечко. Соседи очень адекватные, хорошие. Собственники сказали, у нас с ними проблем никаких нет. Так что, друзья, вот, пожалуйста, это выход с кухни. Сразу все вкусняшки несем сюда. Диванчик какой-нибудь красивый, хороший. Вот, и отдыхайте. Тут потолок обшит пластиком. Я вижу у нас освещение, электричество, ну, розетку пока не вижу. И около плиты, я так понимаю, что здесь, наверное, хотели и раковину сделать тоже, то есть доступ воды. Все выложено плиткой. Вот такой вот экран из плитки сделан. Все, друзья, еще раз покажу. Забор с этой стороны металлопрофиль. Ну, в принципе, я говорю, для террасы места достаточно. Вот. Это выход из кухни. Здесь есть розетка, здесь включается освещение. Вот, пожалуйста, лампочки загорелись. Вот. А это вот как раз, помните, я вам показывал вот этот склад, сюда приходил. Вот это вид сзади получается. Также обшито все металлопрофилем. Водосток присутствует. Вот. И вот граница, это вот как раз вот он, ну, рядом со шпалерами, вот так вот получается она идет. Видите, да, этот самый столбик кирпичный. Просто не закрывали, как они объяснили, там что-то с собакой было связано, поэтому забор не сделали. Вот. Ну, тут калитки с той и с той стороны калитки закрываются. Вот как-то так, друзья. Ну, видите, когда с соседями хорошие отношения, тут даже не присутствуют такие мысли о том, что ой, они там зайдут, что-то там сделают. Нет, такого здесь нету. Стены везде поштукатурены. Замечательно. Ну вот, друзья, я вам показал, что у нас находится на участке. А теперь мы можем с чистой совестью направиться. Тут тоже вьющееся какое-то растение. Это цветы. А вот это киви, как я вам говорил. Вот. С чистой совестью. Совестью направляемся уже снимать сам дом. Давайте двор покажу еще раз. Вот отсюда, вот она, беседка для отдыха. Двор довольно-таки просторный. Здесь есть возможность посидеть. Водосток, желоб сделан, чтобы вода уходила от дома. Вот, то есть при сильных дождях вода будет уходить. Вот, и я вам говорил, друзья, да, рядышком здесь вот он, провод проходит, это оптоволокно, вот на столбе. Электрическом оптоволокно кабель. То есть, если что, вы можете спокойно провести интернет высокоскоростной в дом. Ну что, друзья, заходим. Вначале у нас будет вот такая металлическая дверь. За счетчик электрический, я вам сказал. И мы сразу с вами попадаем в такой небольшой коридор. Коридор около 4 квадратных метров. Вот такой вот.
Здесь у нас все поклеено обоями, полы во всем доме забетонированы. Здесь конкретно выложены плиткой. Далее у нас здесь находится вот такой вот гардероб. Прямо он здесь, прям вот как родной вписался. Вот так вот. Розетка, освещение. А, это подсветка. Подсветка. Освещение я уже включил. Потолок у нас пошпаклеван, покрашен. Вот так вот. Здесь у нас находится трубы отопления. Есть возможность какую-нибудь полочку для обуви приспособить, поставить. Здесь обувь можно складывать. Есть одно окно, друзья. Оно у нас получается глухое. Откосы у нас поклеены обоями. Ну, во всяком случае, ни плесени, ни грибка здесь ничего такого не вижу. Подоконник пластиковый. Еще раз давайте вот отсюда покажу коридор. И отсюда сейчас пройду. Вот так вот. Такой небольшой коридор. Что у нас далее? Далее уже большой коридор. Давайте дверку закрою, чтобы она нам не мешала. Вот. Большой просторный коридор, который заканчивается лестницей на второй этаж. Полы здесь уже ламинат постелен. Вот, обращаю ваше внимание. Ламинат. Причем тут как-то интересно, вот две полосы сделаны другим видом ламината. Ну, наверное, для рисунка определенного. А потолок у нас пошпаклеван, покрашен. Три точечных светильника. Багеты везде на месте, обращаю ваше внимание. Здесь у нас включается освещение. Здесь у нас есть розетка, вот прямо сзади. Сзади кресла, господи, все у нас в голове смешалось. Здесь у нас сразу, вот показываю, находится котельная и по совместительству, да, туалет. Здесь есть возможность умыться. Напор воды просто бешеный. И унитаз. Все работает. Единственное, я бы, может быть, друзья, потом со временем, хотя бы развернул его по диагонали. Немножечко вот эта труба, которая выходит, да, то есть, ну, когда садишься, будет не сильно удобно. Но это на мой взгляд, друзья. Я бы потом его просто развернул. Это не такая большая проблема. Вывод воды есть, пожалуйста. Полы у нас все выложены плиткой. И стены тоже где-то на высоту приблизительно 1,60 м, наверное. Вот так вот. Дальше у нас поклеены обои. Потолок у нас также покрашен, пошпаклеван. Вот освещение присутствует. Вот такой туалет у вас есть. Санузел на первом этаже, он у нас раздельный. А здесь у нас тоже есть розетка для, допустим, для рабочей зоны, типа погладить белье и тому подобное. Поместилась морозильная камера, вы можете ее убрать в любой момент, если захотите. Слева у нас вот такая арка, это вход в зал. Сразу слева у нас находится здесь радиатор, прямо перед входом. Полу у нас также постелен ламинат, и вот такой вот просторный зал у нас имеется. Давайте вначале обойду, покажу, а потом, как говорится, к деталям поближе. Окунемся в подробности. Ну а по подробностям у нас, друзья, потолок также пошпаклеван, покрашен. Все идеально, никаких трещинок я не замечаю. В доме у нас два окна. Вот это окно выходит в сторону большого гаража. Оно у нас глухое. Откосы, друзья, обращаю внимание ваше, чистые. Вот, пожалуйста. Все чисто. Подоконник пластиковый. Прямо под подоконником находится труба отопления. Второе окно, оно выходит на улицу. Оно открывается, друзья. Здесь вот москитная сетка установлена. Откосы здесь тоже, сейчас покажу, чистые. На стенах у нас поклеены обои. Кое-где, друзья, вот моментами видел, там просто подклеить. И все, там уголочек кое-где открыл. А так в целом смотрится все очень приятно. Просторная комната. Смотрите, спокойно помещается большое кресло. Еще одно кресло с диваном. Здесь место для телевизора
Тут вообще угол вот практически пустой. И мебель. Ну, зал просторный, хороший. Так, давайте вот отсюда еще раз панораму сделаю медленно. И пойдем мы с вами смотреть дальше. Дальше у нас, по-моему, кухня. Да. На нашем пути. Да, кухня. Кухня, столовая. Посмотрите, тоже просторная, большая комната. Вот дверка, это выход на террасу. Вот такая ляпа у нас тут есть, да? Да, солнышек? Спрятался. Гюльчатай, покажи личико. Гюльчатай. Давайте я его выпущу, просится наружу. Так. Иди. Иди, котофей. Все. Здесь у нас тоже металлопластиковое окно, оно глухое, есть жалюзи, вот они, родимые. Откосы поклеены обоями. Подоконник пластиковый, одну розетку я вижу здесь. На стенах у нас поклеены обои, потолок также пошпаклеван, покрашен. Вот. Это у нас такая обеденная зона посидеть, принять пышу. Двойная розетка здесь еще есть. Здесь у нас вот такой тайник, друзья, есть. Реальный тайник. Вот. Все документы на газ здесь есть. Ну и счетчик здесь тоже. Диван посидеть, отдохнуть, посмотреть телевизор, полежать, поваляться. Вот. Полы у нас выложены все плиткой. Здесь находится варочная панель. Духовой шкаф электрический. Так, тут, где ж тут? Вот здесь, вот она, спрятана колонка водонагревательная. Здесь у нас, я так понимаю, вытяжка. Да, вытяжка. Фартук весь сделан, или кран сделан плиткой. Вот тут даже с целыми рецептами лимонадов. Вот, ну и водичка. Обратите внимание, кстати, тоже двойная розетка. Для аппаратуры достаточно. Столешница довольно-таки большая, просторная, то есть готовить здесь будет вам удобно. Сам гарнитур, он остается, поэтому я на него обращаю, как говорится, побольше внимания. Он остается. Вот так вот. Так, выключим. Собственник забыл телефон. Так, здесь у нас место для холодильника, СВЧ, печи, ну и так далее. Телевизор. Просторная, хорошая комната, друзья. Посмотрите, сколько много свободного места. Вот так вот. Много свободного места. Ну и дальше мы с вами, если пройдем прямо, то попадем в душевую. Душевая тоже где-то в районе 5 квадратных метров. Здесь помещается спокойно стиральная машина. Есть двойная розетка. Умывальник, пожалуйста. Ну, все то же самое. Напор хороший. Зеркало, подсветка. Вот, стены полностью выложены все плиткой. Есть окно. Откосы тоже выложены плиткой. Окно глухое, насколько я понимаю, да. Так, здесь тоже у нас все выложено плиткой, освещение основное. Так, там я, ну я там не вижу ничего, я имею в виду вентиляцию. А здесь находится душевая кабина. Вот. Все. Так, сейчас я отсюда отойду, скажу, есть там что-то. Нет, там вентиляционного канала нету. Потолок у нас обшит пластиком полностью. Вот такой у вас здесь душ, душевая комната. Ванная, душевая, радиатор отопления. Все, друзья, это основные комнаты у нас на первом этаже. Кухня-столовая, душевая, туалет и зал. Это все, что есть на первом этаже. Дальше мы с вами поднимаемся на второй этаж. Но небольшой закуток хочу показать. Здесь, кстати, тоже двойная розетка есть. Вот так вот открывается пластиковая дверка.
Тут у нас и отопление даже присутствует. Ну вот тут пылесос. Баночки там можно хранить. Под лестничное пространство большое. То есть, если что, здесь можно, как говорится, хранить самые необходимые вещи. Чтобы прям под рукой были. Лестница на второй этаж широкая. Ну, метр точно будет ширина, если не больше. На стенах также у нас поклеены обои. Лестница, друзья, я поднимаюсь, помолчу. Практически скрипов нету. Освещение есть. Здесь у нас одно окно. Оно у нас глухое. Вот. Ну и вот такая вот лестница в небо. Поднимаюсь. Легкие скрипы. Легкие. Так в целом прям все крепко. Крепкая лестница. Вот. Потолок у нас покрашен. Три точных светильника. Один отдыхает. Вот. Смотрите, небольшой коридорчик на втором этаже. И как бы вход в две спальни. Вот она, первая спальня. Давайте зайдем. Эта комната будет приблизительно 10 квадратных метров. Может быть, даже немножечко больше. Здесь у нас есть розетка, выключатель освещения. И шкаф, он встроен фактически в стену. Так вот, в проем. Пожалуйста. На стенах у нас поклеены обои. Потолок у нас покрашен. На первом этаже высота потолков я замерял 2,70. На втором этаже сейчас посмотрим. 2,47. 2,47 высота потолка на втором этаже. Смотрите, спокойно помещается двухспальная кровать. Здесь вот легко поместится. Розетка одна там. Здесь есть возможность вот припудрить носик. Как говорится, парфюмерный столик помещается легко. Окно металлопластиковое открывается. На две позиции открывания. Москитная сетка есть. Подоконник пластиковый, откос абсолютно чистый, пошпаклеванный, покрашенный. Плесени, ничего такого здесь нету. Это окно, выход на соседскую территорию. Радиатор отопления находится под окном. Труба отопления. Давайте отсюда покажу. Здесь у нас вот такая есть ниша для телевизора. Там можно и вот так вот фотографии родных, близких. Можно и книжную полку сделать, как вы уже захотите. Вот ковролин постелен. Перекрытие межэтажное деревянное. Вот брусья деревянные. Собственно говоря, хороший брус, крепкий. Вот как-то так, друзья. Такая комната. Против окна снимать не очень гуд. Ну, с той стороны показал, хочется и с этой вам показать. То есть по розеткам. Одна розетка здесь, вторая розетка вот здесь. Вот она. И третья розетка вот там, в нише сделана. Так, вторая спальня очень-очень похожа на первую. Практически разница, наверное, только в цветах. Да. Вот. По площади они приблизительно одинаковые. Вот так вот. Тут все у нас в голубых тонах. Вот. На стенах поклеены обои. Также одна розетка здесь, вторая розетка здесь, третья розетка, где телевизор. Здесь вот еще вот такие вот полочки как раз под книжки сделаны. Потолок также пошпаклеван, покрашен. Везде багеты, никаких щелей, ничего подобного не вижу. А здесь у нас окно выходит тоже на сосед... А, нет, не на соседскую, это вот гараж. Ну да, в сторону соседей. Вот, но как бы на ваш двор. На две позиции открывания окно. Вот так вот. Москитная сетка присутствует. Здесь у нас подоконник пластиковый и такие же чистые откосы. Так, давайте покажу. Здесь у нас на полу постелен линолеум. Вот такой вот двухъярусный потолок. Также у нас двухспальная кровать поместилась, как видите. Тут проход сантиметров 50-60. Здесь у нас места много. Вот такой вот супер
старинный комодище. Реально. Находка для антиквара. Вот. Ну и также у нас получается встроен шкаф в стену. Вот, пожалуйста, места тут предостаточно. Вот так вот. Ночник. Так. С окна с одной стороны все засвечивает фактически. Вот как-то так выглядит вторая спальня. Ну и есть еще у нас дверка в сказочную страну. Сейчас зайдем, покажу. Вот, небольшая комната. Ее можно приспособить под спальню для одного человека. Вот такое окно есть. Вот. Стены у нас также поклеены обоями. Окно глухое, выходит на улицу. Здесь для детей постелили вот такой матрас. Еще раз говорю, кроватка здесь спокойно поместится. Вот. Телевизор можно где-нибудь под потолком закрепить. Шучу, конечно. Вот. Она не сильно огромная, где-то около 7-8 квадратных метров. Есть розетка. Это у нас выключатель освещения в туалете. Вот. Так, сейчас посмотрю. А это, наверное, туалет. Да, лампочка, видимо, не работает, друзья. Вот я ее пытаюсь включить. Короче, ушла в отпуск. С концами. Вот здесь также ковролин постелен. Плинтуса сделаны. Вот. Ну и последняя вот такая вот небольшая комнатушка. Как говорится, для детей в прятки играют самое что-то. Постелен линолеум. Здесь у нас есть... умывальник и унитаз. Проверка. Работает. А, что-то я... Нет, кран не работает, по-моему, да? Да, что-то с краном. Кран надо менять. На стенах у нас поклеены обои. Есть освещение. Вот такая небольшая комната. Дверь сделана, видимо. Либо сами, либо под заказ делали именно вот под этот размер. Все закрывается. Ну, во всяком случае, не надо бежать на первый этаж, если вдруг приспичит вечером. Можно сюда спокойно зайти. Все, друзья, все комнаты в этом доме я вам показал. Дорогие друзья, мы с вами посмотрели дом. Давайте немножечко так подытожим. Напомню сразу, в описании к этому ролику будет указана цена дома, его площадь, площадь земельного участка, номер телефона собственника. Звоните, задавайте вопросы. Также будет указан номер телефона и WhatsApp менеджер. Вдруг не дозвонитесь до собственника, звоните менеджеру. Что из себя представляет дом? Быстренько. Двухэтажный дом, ну так получается мансардный этаж. Есть не полноценный второй этаж, а именно мансардный этаж. На первом этаже у нас есть коридор. Если повернуть налево, то вы попадете в большой зал. Аккуратная, приятная, светлая комната. А с правой стороны будет кухня, столовая. И еще как бы на этом этаже раздельно находятся две комнаты. Это туалет и отдельно душевая кабина. А в туалете также находится газовый котел отопления, который как раз этот дом и отапливает. На втором этаже у нас находятся две спальни. Я не могу сказать, что маленькие. Достаточно хорошие, просторные. Размер достаточно хороший. Также есть отдельно туалет, где находится также и умывальник. И еще есть небольшая комнатка, она как раз приспособлена для того, чтобы там дети игрались, отдыхали, балдели, как говорится, получали удовольствие. Вот в целом по дому. Рядом с домом находится гараж. Я подчеркну, что существует здесь на участке два гаража. Один для грузового транспорта, другой для легкового. Для легкового вот здесь откатные ворота открываются, сразу также металлические ролеты поднимаются, и вы въезжаете, как говорится, в гараж. Рядом с гаражом тоже такая постройка, обшита полностью металлопрофилем. Там находится склад. Вы можете, друзья, приспособить под бизнес, под что угодно, как говорится. Просто площадь есть. На участке также есть летний, летний душ и туалет.
Вот. Ну, вроде бы все. Кстати, позади дома достаточно хорошая терраса. Вот, друзья. Ну, в целом, я вам описал дом. Еще раз говорю, возникнут какие-то вопросы, вы сможете прозвонить и задать все необходимые вопросы либо менеджеру, либо собственнику. Друзья, если вдруг вы захотите купить дом побольше, поменьше, в другой части Ставропольского края, в Краснодарском крае, в Ростовской области, вы можете позвонить, менеджер, как говорится, подыщет вам дом вашей мечты. Хочу обратиться к тем, кто хочет купить жилье, друзья, делайте это, пожалуйста, связывайтесь с нами чуть-чуть пораньше, хотя бы месяца за два, чтобы мы могли толком проверить всю информацию и чтобы все было без ошибок. Бывают такие ситуации, да, что, ну, например, там прописан несовершеннолетний ребенок. Как потом это все, ну, там, как говорится, да, объяснить? Человек уже приехал покупать, а тут нужна бумажная волокита. Это надо где-то гостиница арендовать, либо жилье, жить и так далее. Чтобы проверить, есть ли какие-то обременения, там, готовы документы к продаже или нет, нам требуется время. Поэтому, друзья, ну, чуть-чуть пораньше обращайтесь к нам. Если вы хотите продать свой дом, вы можете также позвонить нашему менеджеру. Соответственно, приедет наш оператор, сделает подробный видеообзор. Это не просто там 10-15 фотографий на Авито, где как бы можно показать там какие-то там выгодные позиции, да, и не сказать о том, что есть какие-то трещины, нужно что-то делать, какой-то ремонт и тому подобное. Нет, мы сделаем подробный обзор, покажем клиенту такой хороший видеоролик, из которого человек поймет уже сомнений не будет, он точно поймет, нужен ему этот дом или нет, большой он для них или маленький, подходит по цене или нет и так далее, и так далее. Чем удобно, друзья, вот у нас аудитория, это практически вся Россия, то есть люди смотрят дома уже ролик, звонят и сразу говорят, да, мы покупаем. То есть это ваша аудитория не просто, вот, допустим, если касательно этого дома, не просто Новоалександровский район или не просто, как говорится, Ставропольский край. Ваша аудитория – это вся Россия смотрит ваши ролики. Все, друзья, в целом все рассказал, все, что вас должно интересовать, рассказал. Поддержите нас, пожалуйста, лайком, подписывайтесь на наш канал. Если не сложно, оставьте свое мнение об этом доме в комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.